Доброе утро, мои любимые. Я вот пришла с работы, искупалась, голову помыла, ну, как всегда, да? Голову помыла, все. И вот сейчас хочу я вам показать, как я буду укладывать, да, свои волосы. Если я не так делаю, девчата, вы мне напишите. Меня многие смотрят, которые парикмахеры, все. Я купила новые расчески, да? Я специально взяла такую большую, вот такого. Они есть по размерам, там какие-то там размеры есть. Вот. Она деревянная. Да, вот такого размера, короче. И вот у меня есть много, но это просто новые, да, их же менять тоже часто надо. Я это делаю, раньше делала каждый день, голову мыла вот так каждый день, а сейчас через день, после того, как мне этот... И вот такую взяла себе, вот сзади так укладывать. У меня есть еще меньше, и такие у меня разные есть, девчата, просто это новые, хочу с ними попробовать, да. И... Я, конечно, это поставлю на быструю. Почему? Потому что кому этот звук нужен, вот это все. Да, и вот. Да, короче, эту коробку здесь оставлю. И вот специально для того, чтобы мне сказали, у меня тут зеркало. Ой, это зеркало тоже почистить надо было. Мне сказали, это чтобы это не дермозащита, да? Это. А что она не. А, она новая. Это для того, чтобы, короче, это да. Пышность. Сейчас увидите, вот из такой какая красотка станет. Ну, после того, как мне сделал Алекс эту процедуру, да, надо мне еще раз пойти. Ну, так как эти дожди, вот это все. Куда я брызгаю? Хоть попадает? Попадает вроде. Да, вот так. О, вообще намочился. Вот так. Сейчас. Ой, такие руки липкие, подождите, помою. После того, как Алекс мне сделал процедуру, ребята, намного волосы стали лучше, более живые стали волосы. Надо мне еще раз пойти к нему, конечно. Сегодня у меня массаж лица. Отдых, короче, ребята, да, вот. Ой, я иду, расслабляюсь, так мне хорошо. Так что я поставлю это на быструю, если что, короче, да. Но вы посмотрите, как я укладываю. Если что-то не так, вы мне обязательно подскажите. Начинаю. Thank you.
липкая такая стала. Знаете, и вот на этот на делается, как его? Ну вот на расческу липнет прям волос. Что-то мне не понравилась эта жидкость. Я ее купила специально профессиональной в магазине, где вот для парикмахеров. Вот так, короче, сейчас вот так чуть-чуть руками. Вот так. Смотрите, вот торчит. Нет, я лучше укладываю без жидкости этих всяких. Вот так я уложила, ребята. И вот так я делала каждый божий день, ребята. Вот так. Да, сейчас за ушко вот это вот так и вот так. Смотрите, как торчит. Вот сзади. Вот так, короче, уложила, ребята. Ну, конечно, я же не парикмахер, я не профессиональная, но я столько лет укладываю свои волосы, и свои волосы очень хорошо знаю, да? Ну, по крайней мере, я так думаю, что знаю. Эта расческа хорошая, но надо было бы ее применять без этой жидкости. Ну ладно, я сейчас пойду, она мне эту штучку поставит. И, ребята, знаете, что получается? Хутур-мутур в голове получается. Такое ощущение, что я ей не уложилась. Вот так, вот такая Наталья Курбанова стала красотка сразу. Ну, волосы что значит, а, ребята? Вот одна укладка, просто вот даже непрофессиональная, просто я сама себя, да? Вот. Вот пойду уложиться, да, вот сколько я там потрачу? Ну, сколько я сейчас потратила? 5 минут, 10 минут, да, вот. Моего времени. Я когда не снимаю ничего, я еще быстрее делаю, конечно. Но, ребята, мне вот это совсем другой вид. Вот пойду сейчас и иду по улице, да. Хотя сейчас чуть-чуть намокнет, и у меня волосы, знаете, какие становятся. Вот такие. А так? Хорошо, отросли чуть-чуть. Не хочу я так коротко уже. Хотя сейчас лето идет, не знаю. Вот этот хрен что торчит, а? Даже ударом не могу. Короче, так, как вам? Нравится, не нравится? Да, что скажете? Нравится, не нравится? Вот моя грызается. Вот такая. Ну, конечно, мне Алекс лучше укладывает. Но если бы я могла бы свою бошку вот сюда поставить, вот так сама, конечно, сама лучше бы сделала бы. У меня вообще хорошо получается, да? Вот мои кайтан, когда укладываю, все, мне хорошо получается, ребята. Вот, это самое... С брашенкой. Утюжку я не делаю, потому что я считаю, что они волосы горят. Это утюжка нехорошая вещь. Пришла с работы. Кайтаночку отвела. Стиралку свою поставила. Ну, нижнее белье. Я же пришла, спотела вся. Бежала, как сумасшедшая, ребята. Вот так. Не выспалась, грамула. Не выспалась, ребята. Ничего не выспалась. Спать хочу. Но мне надо идти на массаж. Мне 10:30 надо на массаж. Сейчас Эстеван придет, с ним кофе выпью. Сегодня могу с ним выпить. Вчера не получалось. Так что вот так. Люблю вас, ребята. До встречи. Ребята, эту кофту одеть не могла. Я один раз ее одела, потому что мне на рукавах. Я ее когда покупала, я не знаю, как я примеряла ее, конечно. Вроде бы было нормально. Эстеван пошел за мной. Сейчас я вам покажу. Я ее... Один раз одевала, я помню, мы с Андреем кушать ходили. Так, вот так, вот сюда. И вот так покажу. Смотрите, как вам. Нравится, нет? Вот такие рукава у него. Но надо было бы еще чуть-чуть схудать, да, чтобы для нее. Я похудела, девочки, как работать пошла. Ну, даже не с веса, наверное, похудела, ребята. Короче, распухла. Вот так, ребята. Хоть полоска полнит в эту сторону, надо мне в эту сторону. Знаю, ребята. Вот так. Эти брюки мне очень нравятся. Они такие стильные, мне кажется. Да? Я знаю, что вы мне говорите, что пошире надо. Но все брюки, которые у меня пошире, ребята, мне большие, чуть-чуть спадают. Да? На резиночке сзади, а впереди вот так у меня есть одни такие брючки. Я их недавно, между прочим, одевала. Но они у меня спадают. Вот. Вот так. Сейчас я одену обувь тоже красиво. Мне нравится, когда вот так вот, вот,
Вот такие короткие. Я давно искала такие короткие брюки. Мне надо было еще другого цвета купить. Светлые тоже вот такие надо. Ну, черный все подходит. Здесь такая... Этот... Прям на арбузах, ребят. Ну, просто сказка. Девочки, я бы купила себе много и чего красивого. Все. Да? Вот. Ну, а куда я хожу, ребята? Я тут только перед вами понтуюсь. Куда здесь пойдешь, ребята? В гости не хожу, ребята. Никуда не хожу. Дом, работа. Вот единственное, вот чуть-чуть есть вот так. Вот на массаж пойти, на кофе пойти. Так что вот так. Вот такая жизнь, ребята. Думаю, вот эту ватную курточку одеть. Вот. А ее надо было мне постирать, мне кажется. У него сзади пятно какое-то было. Так, я сняла здесь халат, ночнушку, все бросила, блин. Ну, здесь вроде бы пятно. Думаю, вот эту курточку одеть. Она такая более... Но она здесь... Вот знаете, вот, ребята, вот видите, вам кажется, что она простая. Но люди, которые понимают, они знают, что эта курточка дорогая, хорошая курточка. Понимаете, я вот на верхнюю одежду что-что, не это самое, не делаю. Не жалею. У меня очень много курточек, очень много ветровочек, все это, да. Все-таки я уже сколько лет тут нахожусь. Здесь же распродажи бывают, ребята. Даже... А, вот так хорошо вам показать. Подождите. Вот так я могу вам хорошо показать. Вот. Чего я мучаюсь все время себя показать? Вот так, ребята. Вот так. Видите, да? Ну да, кругленькая, конечно, да? Ну а что? Вот такая, какая есть, ребята. Какая есть. И люблю себя такая, какая я есть. Вот честно я вам говорю. Одену сейчас красивую обувь. Да? Красивую обувь для меня. Наверное, для других. Наверное, вот эти одену. Я же вам говорю, у меня все однотипные. Ребята, так они полуновые. Я же вам говорю, здесь почему в обуви все ходят, потому что даже не пачкается, ребята. Понимаете? Сейчас я чуть-чуть их протру и буду готова, Аля. Ребята, вот какой хороший момент вот этот. Вот этот, сейчас, подождите, я вот так поставлю вас. Какой хороший момент вот этот, ребята. Сидим, кофе пил, да? Вот. Так сядешь, здесь спокойно, так, так хорошо. Так близко тоже, так улицу свою. Ну, дальше не могу поставить. Мне всегда говорит этот, снимай себя сдалека. Ну, чтобы мои вот эти пятна не видно были, да? Ну, вот эти рубцы, да? Да, видно. А то потом же начинают. А почему у вас рубцы? От жизни хорошей. От того, что столько улыбалась, рубцы стали выходить. Ребята. Уголка. Как в анекдоте. Болела. Пила, курила, болела. Наш сосед проходит. Buenos días. Hola. Я думала, Щедрый уже этот, Щедрый говорю. Блин, он, наверное, обо мне сейчас говорит. После того, как... Все, ребята, с этого дня мой Щедрый пупсик. Такой подарок мне сделал. За ваше здоровье, радости мои. Это я не sé dónde siguen. Yo creo que donde compra la Cayetana la napolitana, me pone un café, me pone una taza y la taza está así. Yo, es que vamos. ¿Por qué no la hace así? Вот тот день, говорит, где, говорит, мы с Кайтана, говорит, ходили, говорит, вот такие, говорит, стаканы были. Я, говорит, два раза выпил, говорит, и все. А вот и раньше мой муж вообще кофе не пил, ребята. Антес дуно томалас кафе. Бен делячика. Ола. Я говорю, идем хоть скажи, поздоровайся. Me da miedo. Я, говорит, боюсь. Ya no me secuestra la mujer. Ay, уже его не ворует женщина. Молодец. Muy bien, muy bien. Ahora, paran furgones, salen dos tíos y me fuerza. Теперь его воруют мужики, хотят digo, своровать мужчину. Digo, ¿qué queréis? Si no tengo dinero. Dice, cállate, que te vamos a hacer tras-tras. ¡Vine отсюда! Que sí. Si me faltó el pelo un calvo, que me estaban ya desnudando. Мне говорит, слушайте, девочки,
Раньше, говорит, меня женщины воровали. Я меня пока финал термина роняла. Боялся, говорит. А теперь, говорит, уже, говорит, не знаю, говорит, уже и мужчин боюсь. Чуть мне, говорит, тракс не сделали, говорит, два мужика вышли. Los motiva los hombres con arma, con им onda. Нравится, говорит, мужчины, говорит, с бородой. Es que los sellos de solo, yo tenía que estar en Hollywood. Я, говорит, знаю, говорит, мне надо в Холливуд, говорит, ехать. Con Harrison Ford, más o menos de mi edad. С Харрисон Форд, si короче. 75. 75 ему, да. Con Sylvester Stallone. Как Сильвестр Сталлоне делать? Con Schwarzenegger, ya está muerto. Schwarzenegger уже все, уже старый. Доброго вечера, señores. Muchas gracias, cariño. Уже все, ребята. Теперь я буду бояться. А может быть, чип ему поставить, как собакам ставят? A lo mejor te pongo un chip, no. Como a los perros, para saber dónde estás, si te roban, para ir a salvarte. Bueno, no estaría mal, así en el cuello, ¡pac! Y неплохо было бы, говорит, на шею, вот так, ¡pac! El problema es que no quiera yo volver. А вдруг, говорит, мне понравится, говорит, не захочу вернуться. Digo, no me busque, estoy muy a gusto con esto. ¿Quién son? Digo, no sé, tres negros. Ой, девчат, у меня такая... Может, его к ржавому отправить, а? Ржавый бы растаял бы. Iba a ser la loca de ellos. Como en las cárceles, siempre hay una loca. Как в тюрьмах, говорит, всегда, говорит, какая-то дурочка там есть, говорит. Вот я тоже, говорит, дурочка их не была бы, говорит. Ребята, надо такое говорить, мне даже стыдно перед вами. Ребята, я прошу прощения за них. Я пойду пердон портей. А, си. А я говорю, я у них прощения, no говорю, прошу. No te van a dejar, cuando vean que empiezo a hacer yo хинкал a ellos. Когда, говорит, увидит, как я, говорит, хинкал готовлю. Digo, oye, que se hace tortilla de patata también. Я, говорит, умею, говорит, еще, говорит, испанскую тортилью делать. Tortilla francesa. Французский этот, яичницу, короче, девочки. Me ponen una verja. У них омлет называется французский, я не знаю почему. Вот наш омлет обычный есть. У них все. Девчата, а их московский салат, они вот так и называют, салат русский. Вот, у них русский. Это наш столичный, ну такое говно приготовят. Ну, не, извиняюсь за выражение. Ну вот они в банках, короче. Они туда и тунец, они туда что только не кидают и говорят, русский салат. Я когда увидела, сказала, это разве русский салат? Ай, ребята, если вы хотите вкусно покушать, приезжайте в Дагестан. Я вам честно говорю. Что хотите, говорите, да, кто хочет там свое хвалить, да, я понимаю. Но вы приезжайте к нам в Дагестан. На любые блюда, просто пачки, в любой дом заходите, в любой, даже в дом не надо, в кафешку идите, дешево, вкусно, обалденно, аж слюнки потекли, ох, ребята, как бы я поела бы. Один день мы пошли в этот, с одним моим знакомым, короче, как одноклассник, он даже не одноклассник, в параллельном классе. Ну, мы с ним в хороших отношениях и до сих пор общаемся, до сих пор. И он что-то заказал. Давай как одну на двоих. А мне как-то все равно, ребята. Я говорю, ну давай. Хорошо, что мы заказали одну на двоих. Раньше было 26 бакинских, сейчас... Такое название сделали этой улице, это вообще кошмар. Короче, чуть-чуть туда, что-то ухо внутри чешется, ребята. Я искупанная, И почти в конце. Даже, может быть, не в конце, я уже не помню. Короче, там кафе. По лестнице поднимаешься. Там какие-то кабинки. Я ему говорю, зачем нам в кабинки заходить, как будто прячемся. Ну, у нас есть многие, которые любят вот так кабинки, понимаете? Как будто это отдельно. А здесь я такого даже не видела. И принесли на таком подносе, там внизу свечка, которая как, ну, горячая, чтобы было. Угли, что ли, были. Короче, такое было жаркое, ребята. Что мне захотелось так жаркое, может быть, сделаю, сейчас об этом говорю. Говядина. Баклажаны. Красный перец. Вот это все тушеное.
помидоры. Не знаю, как он назывался, хапачури, хапучури, не знаю. Короче, хапур-чупур внутри там был. Ой, это было объедение. Мне даже так неудобно было сказать, давай еще одну закажем, потому что я же такой не... Ну, где, кто мне готовит? Кто мне здесь приглашает, ребята? Понимаете? Все ко мне стремятся. А мне бы так хотелось, чтобы нас тоже кто-то пригласил, угостил. Нашей кавказской едой. Что-то я мукбанги запустила, ребята. Что-то разленилась. Разленилась жрать, девчата. Сегодня сделаю и отправлю через Севена еду мадамчику. Не пойду, ребята. Каждый раз как иду, ребята, вот это срач смотреть, нервы делать, подметать, убирать. Нахер мне это надо, а, ребята? Еду отправлю и все. Что ко мне проходит? Ну, я сейчас буду отправлять через Севена. Вчера пошла, опять такой срач, ребята. Посуду помыла, ночью ходила. Думаю, мне это надо, а? Моя залога у мужа спрашивает, а что она туда ходит, убирает туда-сюда? И он говорит, он ей платит? Она такая, она это бесплатно не делает, сказал. Я всем говорю, что он мне платит. Надоели уже каждый. Как это, с чего это? Ну, просто так ничего не делается, короче, поняли, да? Люди просто так ничего не верят, что можно просто так что-то делать. Ради любви, ради чего-то. Не верят, девчата. Сегодня домой иду, девчата, мои курей покажу вам новых. Потом дома спокойно покажу, здесь не буду. С этим парнем, которым мы познакомились, мой муж и я, он продает индюшку одну. Полтинник говорит, за 40 не отдает. Но она чуть маленькая, конечно, да, она такая худенькая, маленькая, щупленькая такая. Вот такая же, как у меня была белая, такая некрасивая, девчата, а у меня такая красивая была, я отдала этому. Я теперь поняла, ребята, ножки у нее такие были, потому что, наверное, мой ундик на нее залазил. Я не буду пускать пока залазить на нее, буду отдельно держать. У него такие красивые черные, а мне не хочет продать, девчата. Вот люди такие тоже. Ну ничего. Скоро у меня будут свои яйца. Я буду вытаскивать. У меня... Сама буду делать это все. ¿Qué tal mis gallinas? ¿A qué son bonitas? Sí, bueno, ayer me llamó y me comentó. Para esperarle a él que nos lo mande. Sí, es que yo ahí no tenía nada. Claro, yo le dije, digo, confírmame todas porque así intento venir a hacer todas mejor. Даже мой муж сказал, муж вчера ходил. Ayer me llamó. Куре покупать, ну, видео уже, вы видели, да? Он мне говорит, какие они у них тусклые. Он раньше не разбирался. Он не говорит наши, он говорит твои. А твои куры, говорит, прям блестят. А где Айрду Мелайхите? Кефею сонеста гаина, святую сон бриллианты. Мне говорят, твои прям блестят. Какие у них перья, говорит, волосы, он говорит, а это перья. Какие перья? Девочки, вы думаете, куры тупые? Куры очень умный народ.
Я вам честно говорю, курица, народ говорю, курица очень умная птица. Вы думаете, что она только очень, она хорошо все понимает, ребята. Очень хорошо она все видит, и она знает. Курица, вот прочитайте там, может до 100 лиц запомнить, да? Вот такая маленькая голова, да? А павлины, чего ж они вот так хвост перед тобой, просто перед чужими людьми не открывают никогда. Они только открывают перед своим хозяином, перед своей-то. Какая бы у них там не открывают просто так. Или они просто вот уже уверены в своей территории, да? И могут там, ну как вот, вот вы когда в парках ходите, видите вот павлинов, есть очень много павлинов в парке. Вы видите у них хвосты открытые? Нет, ребят? Они это делают только тогда, когда они человеку доверяют и хотят показать свою красоту. Потому что они этим привлекают. Женщина здесь стоит такая взросленькая. Видно, что хорошо ухоженная такая. Вся в крему, вся румяна. Все сделано. Такая молодец. Люблю таких женщин. Перемотру. Вот так, ребята. Короче, давайте я еще один стакан кофе выпью. Просто кофе. Чуть-чуть ветерок есть, прохладно немножко, но хорошо. Одела сегодня. Пускай видят, все видят, что золото есть. Пускай лопнут глаза. Поняли, да? Вот я сделала массаж, и вот сейчас я вам скажу кое-что, да. Это я с вами просто делюсь, потому что, вот, ребята, вы для меня родные, я же вам сколько раз говорила. И вот у меня, знаете, вот какая мысль пошла. Сейчас я вам сейчас скажу, и вы мне скажете, я права или не права. Если я не права, пожалуйста, подскажите мне, потому что я знаю, что вы знаете, я знаю, что... Вы больше меня ходите на... Не с этим, не с каким-то там рикичики-мики, да? Я вам серьезно говорю. Потому что тут я в Испании нахожусь уже с 21 года, да? И, девочки, ну, куда... у нас в Махачкале всех, у нас в Дагестане, в России, вы все ходите на процедуры. Тут этого нету, ребята. Тут еле-еле вот я эту нашла. Если бы я бы нашла... Другая у меня была, она еще хуже делала, девчата. Но я эту была довольна. Я этой довольна, потому что... Я чувствую себя хорошо, вы не видите результат, но я же вижу, ребята, да, это не все равно вот так. Ну, короче, ладно, вот о чем идет речь. Речь идет о том, что вот, смотрите, ребята, я вот к ней прихожу, она мне делает массаж, она мне делает чистку, она мне делает скраб, да, вот это все. И она мне иногда, нет-нет, она мне делает этот маску, да. И вот когда она мне скраб делает, она мне ставит вот эту теплую воду, да, и она мне начинает вытирать, да. И вот смотрите, ребята, о чем я сегодня думала. Лежала, и я думала, я ей плачу, сколько я ей плачу за процедуру, да. Там, получается, 25 евро я плачу за процедуру, да. А когда она мне чистку делает, я плачу 35. Когда чистка лица, да, 35 плачу. И она мне вот, сейчас я поверну камеру, подождите. И она мне вот этими губками моет лицо. Вот этими губками. Сейчас она мне мыла этими губками. Но, девочки, она же эти губки не меняет. Она же эти губки моет всем, я так думаю, да, лицо этой губкой, да. И вот раз я... А вот эта губка стоит 1 евро. Вот эти две губки стоят 1 евро, да. Девочки, как вы думаете? Я думаю, что, знаете, я буду каждый день, когда в неделю один раз буду приходить, буду покупать новые губки, давать ей... На, потому что вот, девочки, не знаю, я брезгую как-то вот. И вот никак я и сказать об этом не могу, потому что я такой человек, который вот лишь бы не обидеть, да, вот не хочется сказать. Вот сегодня она мне делала массаж, и она мне вот тут поцарапала. Потому что у нее как это называется, вот эта штучка была на руке. Я уже эту сторону поцарапала, я уже не выдержала и говорю, ты меня чуть-чуть царапаешь. И она такая... А как? И встала там, попилила, и она говорит, я вчера лак убирала туда-сюда, ногти резала, и, видать, что-то там осталось. А почему? Ну, хочет сказать, я же вчера тоже делала кому-то, та не сказала, но на самом деле у меня вот сейчас тоже вот это горит место, да? Она меня расцарапала, потому что это же кожа нежная на лице, да? Вот как бы ни казалось, что я толстокожая там, но мне на самом деле, мне было больно.
Я думаю, что я правильно рассуждаю насчет этих губок. Я даже у себя дома, девочки, одноразовыми пользуюсь, понимаете? Этими. А вот она вот постоянно этими губками. Я постоянно это... И это не только она, это везде так делает. Ты же антигигиенична, нет, ребята? Потому что это все равно лицо, это же... Вот она этой губкой сейчас другой помоет. А этот... Ну, не знаю, как-то... Может быть, я дура, да? Не знаю, ребята. Вот видите, это же она мне подсказала вот эту штучку купить. Я купила. И прежде чем она это, я ей говорю, спиртом обработай. Она говорит, я обрабатываю, но я хочу видеть. Вот как-то вот, ну, не знаю, ребята. Ну, вот есть это у них, да, вот. Вот нету вот у них вот этого, короче, поняли, да? Сейчас, если я скажу, может быть, лицо поставит, скажет. А вот я не могу сказать, девчата. Вот я как-то теряю, что ли. Я вот не могу, мне как-то неудобно сказать. Я думаю, а вдруг я обижу, а вдруг я ее как-то вот... Она же специалист считается, потому что вот у нее, смотрите, сколько у нее тут... Подождите, поверну. Сколько у нее дипломов этих всех. Она сейчас скажет мне, да, ты кто такая мне указывать и говорить, да, вот. Я сама все прекрасно знаю, я сама все это, да, вот она вот этот японский мне делает массаж, да. Она это училась на это и все. Я кто такая? Уборщица, да, как всегда, да. Ну, я себя это не на пол бросаю, а как есть говорю, ну, потому что это же правда. Хотя, девчата, я гладильщица профессиональная. У меня у много лет стажа глажки, ребята. Но просто я не стесняюсь говорить, что я уборщица. Я даже горжусь. Я не как попала уборщица. И я квалифицированная, да? Сейчас будете смеяться, не буду. Короче, почетная. Вот. Вот так. Вот так. Так, venga, Ana, muchas gracias, cariño. Muchas gracias. Próximo viernes a las 10:30, ¿no? Claro. Y ahí sí que hacemos... Próximo viernes, ¿qué día es? 23 de febrero. Ajá, vale, muy bien. ¿Vale? 23. Gracias. 23, sí, vale. 23 de febrero. Sí, luego, viernes que viene, te lo digo una cosa. No, te lo digo una cosa, luego, vale. Viernes que viene. Vale. Bueno, me voy a... Gracias. Venga, adiós. Que me encuentro fenomenal. Gracias. Adiós. Я говорю, я себя чувствую хорошо, так. Моя машина там. Сейчас пойду на педикюр, девчата. Пойду на педикюр, но сперва пойду мясо куплю, потому что хочу своему племяннику сегодня сделать и отправить через Эстону. Мне не получается сегодня пойти, понимаете, а потом домой еду. У меня не получается. Так что вот так, чтобы потом он не жалуется, а потому что он часто жалуется на меня, да? Говорит, ты поздно приходишь? Я... Адьо! Я заходила до этого. Так, сперва мясо куплю. Мне очень нравится у этого парня мясо. Очень хорошее мясо он продает. И свежее, и хорошее, и все. Вот у него, не знаю, наверное, говядину куплю. Хотя моя дочь любит куриное филе. Куриное филе куплю. Куплю курицу, а не знаете, лучше, выгоднее, знаете как? Сказать, дай мне две курочки, да, вот они вот так, и я говорю, теперь вытащи мне грудинку, да, и из грудинки сделай мне этот филеты, как это будет, ну, тонко, короче, нарежь мне, вот он нарезает тебе тонко, и там целый такой этот получается, да, а остальное просто поруби мне, вот его это, да, только грудинку убери мне оттуда, вот девочки, вот моя дочь любит. Я люблю на пару. Я сегодня тоже на пару сделаю себе. На пару сделаю, возьму брокколи, сделаю на пару. Я люблю. Мне это нравится. И мне подходит, ребята. Понимаете? Я себя... Это, еще раз говорю, это не потому, что я хочу диету. Так это еще полезно, так это еще вкусно. Вот девчонка мне одна писала. Ты так хвалишь. Девочки, мне за это никто ничего не заплатил. Это никакая не реклама. У меня вообще нету на моем канале рекламы. Вы заметили? Знаете, сколько у меня в интернете, в Инстаграме мне пишут, да? Вы не прорекламируете это? Мы вам вышлем бесплатно. А нахер мне нужно? Вот зачем мне нужно? Вот что-то кому-то подарить и сделать рекламу. Для чего? Нет, ребята, если мне что-то нужно, я сама пойду и куплю. Так, зайду сюда и куплю мясо.
Ребята, такую говядину купила. Вау, 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 вау. Сделаю сегодня. Адам, говорю, говядину хочешь или куриное филе? Куриное филе хочу, говорит. Кто не видит, что я постоянно... Если я сейчас не застегнусь и заведу машину, она у меня будет пипикать. Я только по поселку. Там девочки 10 километров в час еду. Я могу не пристегнуться, и то пристегиваюсь. Почему? Она начинает пипикать, ребята. А на трассу я никогда не... Это Фионе я отвечаю из Франции, который постоянно мне говорит, зачем там туда-сюда. Я никогда не еду без пристегивания, потому что она пипикает, понимаете? Вот так. Еду домой быстренько сейчас. Адаму говорю, что ты хочешь? Это или это? Он мне говорит, говядину, говорю, хочешь или это? Вы мне написали, хай, что ли, называется, жидкое это, да? Холодец. Вот, хочу ему тоже сделать. На выходных сделаю, ребята. И... Так, сейчас там припарковывает. Сделаю и отправлю на выходные. Мой муж в воскресенье работает, идет на этот... Да, шабашка. У меня завтра есть шабашка. Так что ту-ту-ту, это хорошо. У меня завтра иду на шабашку с утра. Завтра выходной. Мне хорошо заплатят. Пойду гараж, ребята. Мне вышел один гараж. Я его помою. Но там помыть надо его. Подмести, короче, пыль убрать и помыть гараж. Вот. И пюре с картошки сделаю тоже сейчас Адаму. И Адам мне говорит, купи мне сок. Не хочу, говорит, говядину, не делай мне, не хочу говядину, хочу куриное филе. Я говорю, хорошо, купи, говорит, мне сок. Ой, я его не видела, эта штучка была. Купи, давайте поверну. Сок. Не стик или сок. А у меня дома как раз есть... Я как раз завтра ему тоже это отправлю, потому что моя не пьет. Вот. На педикюр не пошла, ребята, потому что нету времени. Вот видите, нету времени. После обеда пойду. Сегодня 5 часов мне надо к врачу. Тоже. Пойду к врачу, к своему. Там. Чтобы мне выписал. Видите, кашель прошел, ребята. Что, я не знаю, почему у меня был... Может быть, это на нервной почве был кашель, ребята. Или как вы... Я же не знаю, я же не врач, ребята. Вы мне говорили, там, может быть, сердечный кашель. Может быть, ребята. Все может быть, ребята. Уже, во-первых, возраст тоже уже подгоняет, свое берет. Хоть я его и не замечаю, не чувствую. Но тело, наверное, чувствует, ребята. Наверное, у меня все-таки уже эти отходники, короче, как говорится. Уже все. Отхожу от молодости. Иду от юности отхожу, захожу в молодость, ребята. Все уже. Уже моя юность прошла. Вот так. Сейчас пойду сготовлю быстренько. Потом после обеда пойду на педикюр. Сперва накормлю ему кушать отправлю. Потому что он такой, щепетильный. Ему кушать отправлю или сама довезу, короче, и это самое. Ой, столько вещей в голове, ребята, это кошмар. Какие у меня сейчас планы, ребята? Сейчас прийти, распаковать это все мясо. Но в холодильник поставить. Почему? Потому что положить в холодильник. Почему? Потому что с собой заберу, да? Быстренько вот сделаю пюрешку. Потом сделаю отбивные, поставлю в этот в таппер, у нас называется это контейнер, контейнера вот эти, накормлю своих и отнесу туда. Вот эту поварку я с собой не взяла, она у меня там на квартире, ребята, в доме у меня, на квартире нету. Мне надо еще одну купить, чтобы и тут было, и там. Че мне туда-сюда ее таскать? Вот сейчас бы я себе бы сделала на ней. А так, ну как-то, короче, вот так, ребята. Сейчас, а туда далеко ехать за ней? А так бы я съездила, сейчас бы купила бы, ребята. А может,
Нет, уже не поеду. У меня времени нет, ребята. Нету. Не получается. Все хочу. Купила я крылышки на выходные своей дочке. Этот пожарить крылышки купила. Две курочки больших. Он мне вытащил эту грудку, сделал мне отбивные. И что я еще купила? И вот говядину купила, да? Полтинник отдала, ребята. Ну ничего, там достаточно. Там такие курочки, девчата, здоровые такие. Ух, хорошенькие такие. Вот так. Сейчас. Самое главное, ребята, настрой хороший у меня. Настроение хорошее, ребята. Все у меня хорошо. Этот массаж мне идет на пользу. Даже как многие думают, что толку нету, для меня есть он толк. Знаете, ребята, пошла полежала часик, вот и все. И вот смотрите, уже нету припарковать где. Ну что это такое? Я не знала, что я живу в Кремле. А вот сюда, вот так пихну сюда и все. Так, вот так, ребята, с вами провела весь день. С вами и голову поездила, и массаж сделала. Ну, сегодня вообще, девчата, вы были сегодня со мной. Вот так, как-то так, ребята, пошла готовить, ребята, отстегнусь. И следующий ролик с хутора, ребята, люблю вас. Пока, мои золотые.